В чем выражается избранность еврейского народа? В том, что от наших действий зависит судьба всего мира. То есть от того, что мы соблюдаем или не соблюдаем законы Бога и Торы, весь мир страдает или процветает, имеет последствия. Мы несем вот эту духовную нагрузку от наших соблюдения субботы, изучения Торы, соблюдения святости еврейских законов зависит от того, насколько в мире будет много благословения, процветания, радости. И на нас возложена обязанность освящать имя Всевышнего среди всех народов мира. Мы должны быть теми, кто несет знание о Боге в этот мир.